Девчонки и мальчишки, всем привет! Сегодня показываю вещи из новой коллекции Faberlic. Называется она «Осенняя сказка», по-моему. И, в общем-то, куртка из этой коллекции. Как раз именно вот с такими лесными орнаментами. Балоневая. Или как они сейчас называются, не знаю. В общем, стеганая легкая курточка. И, значит, что мне понравилось, что на ней есть такие чудесные колокольчики. Просто обожаю колокольчики. Малинка, разные травки. В общем, наши лесные травки. А я очень люблю ходить в лес. Тем более, черничка даже есть. Тем более, этим летом я вообще только в лесу практически нахожусь. Потому что в городе дышать нечем. Вот. Поэтому вот все мне это близко. И я решила эту чудесную куртку заказать, потому что я очень люблю тоже вот такой вот небесный голубой цвет. И ткань такая, немножко с таким, видите, блеском перламутровым, очень мне понравилась. Очень легкая, мягкая, теплая. Рукав у нее 3/4, чтобы, ну, до локтя, в общем, чтобы можно было носить длинные перчатки. И мне очень нравится ворот, что он такой вот высокий. И шею ничего не продует. И вообще сейчас вот такие вот объемные куртки с такими большими воротниками, как Balenciaga выпустили, в общем, так оно и пошло. В общем, они как бы размер такой оверсайз у меня немножко получился. Как раз такой вот модный, слегка как бы большеватый размер. Я заказала, как обычно, на размер больше всегда. 50-й, но мой размер 48-й. Значит, куртка на кнопках. Видите, я на одну просто здесь застегнула. Молнии нет, только кнопки. Подклад у нее такой же небесно-голубой. И вот вы видите, в запасе есть еще... Можно заклепать еще две кнопки, если где-то они вдруг полетят. Куртка мне очень понравилась, теплая, еще раз повторюсь, мягкая, ой, такая прям приятная, очень, очень приятная. Так, что еще из этой коллекции? Перчатки. Перчатки бархатные, стоят они там смешных каких-то, по-моему, 150 рублей. Это, значит, вот такой вот цвет морской волны больше, да. Вот эти вот мне маловаты, потому что у меня пальцы-то подлиннее. Вот, а так они очень приятные, тоже легко надеваются, легко снимаются, ничего как бы на себя особо не принимают. Но вот эти вот, я имею в виду пылинки, да, вот эти вот бордовые, они немножко из другого, более плотного бархата, на них уже, да, они вот ворсинки всякие, у меня же белый кот, поэтому ворсинки на них присутствуют. Но зато эти перчатки мне по размеру-то как раз, у них длиннее пальцы. Они тоже 150 стоят. В общем, там еще есть черные. Вот эти бордовые, просто шикарный бордовый цвет. Просто влюбилась в них. Да и голубые тоже. Вот. И что еще? Еще, значит, клатч. Бархатный тоже из этой коллекции. Вот как раз, видите, все. Все в цвет. Все в цвет. А, с вышивкой и с цепочкой, как вы видите. Единственное, вот с этим клатчем как-то вот у меня немножко, я, в общем, думала, что он будет побольше размерами, потому что он больше похож либо на большую косметичку, либо на сумочку Пошет, по-моему, такие есть небольшие сумочки, ну вот что-то такое. Но клатчем-то его как-то сложно мне назвать, потому что он все-таки маловат для клатча. Он идет также на молнии. И, в общем, внутри у него никаких больше, по-моему, да, отделений нет. Говорю, вот как на косметичку он похож. Просто там черная ткань, подкладка. А здесь опять на собачке логотип Faberlic. А вообще бархат очень такой плотный. Не как на перчатках. Такой добротный. Надолго. Ну, в общем, больше мне, конечно, напоминает косметичку.
Вот. Ну, посмотрите, как это все, конечно, подходит друг к другу. Вот прям красота. Шикарные коллекции стали выпускаться. Слов нет. Вот. И последнее, что я покажу, это был спрей для тела из коллекции Оранжери, роза и сандал. Нравится запах сандала, поэтому это было на бонусы уже заказано. Поэтому заказала второй раз. Сладкий такой, приятный сандал. И ну, такой вот он сладковатый. А роза, как-то я не знаю. Ну, может там, я не чувствую розу, я чувствую только один сандал. В общем, это был весь обзор. Надеюсь, вас надолго не задержало. Пишите, комментируйте. Скоро увидимся. Всем пока.